Зия начала фильм с разговора с водителем в красном такси посреди большого городского движения. Его главная цель – выследить плохих парней и поймать человека по имени Фрэнсис. Тогда вы можете забыть о своем оружии и попытаться сражаться всего 12 патронами. Когда они стояли в очереди, они увидели приближающихся врагов и немедленно атаковали. Они столкнулись друг с другом, избили ребят, некоторых из них выбросили из машины и потащили, что привело к большой аварии на мосту. Так что я борюсь с остальными, чтобы получить прибыль от своих 12 пуль. Один был застрелен, другой взорван, и группа молодых людей была сбита одной или двумя пулями. Остальных я проткнул мечом и закончил все. Он находит человека, которого искал, но Ха проигрывает из-за людей. Ваш муж в красном платье был плохим парнем, который тренировал плохих парней по имени Уит за деньги за 2 года до этого инцидента. Однажды в баре друга он встретил красивую, но жесткую девушку по имени Ваниса и встречался с ней 48 минут. В конце свидания Уит бросил Ванису на кровать, а не на снег. Он никогда не прекращался и продолжался празднованиями, годовщинами и годовщинами до Рождества. К тому времени, как он попал в больницу, у бедного молодого человека был рак. Ваниса была рядом с ним, надеясь справиться с этим, сделать это, вылечить. Однажды Уит узнал, что незнакомец пришел в бар его друга, чтобы поговорить с ним о его желании полностью вылечить его запущенный рак. Подумав об этом всю ночь, он заснул, не сказав ни слова своей невесте, а когда он снова связался с молодым человеком, то оказался в странном... Но мой муж проходит испытания путем укола. Однако одни и те же зерна действуют на всех по-разному. Также говорят, что это делает нечто особенное, чего не произошло. Он также используется для активации и развития навыков сразу после посадки. Доктора, проводящего эксперимент, зовут Фрэнсис, и на этот раз он помещает его в бескислородный стеклянный сосуд, задерживает дыхание, придает ему ногу. Через 40 минут в духовке волосы сморщились без волос и лица. Я не хотел лечить свою болезнь, меня пытали живьем, бедняжка. Метод Уида был исчерпан, и он так разозлился, что поджег стекло и взорвал его. Но что, если экспериментальный доктор плохо дрался с мутантом, который ничего не чувствовал, и плохой парень на нашей стороне был раздавлен и сожжен дотла вместе со зданием, но из-за сильных он избежал мучений реальной жизни без боли, но у него не хватило смелости вернуться к девушке, которую он любил, и он отвернулся. Прощай, но я мог пойти к другу в другой барона. Герой фильма ужасов отвратителен, потому что его друг пытается стать супергероем. Я тоже помню идею. Во время разговора они решают назвать себя Дэдпулом и закрывают лицо маской. В поисках Фрэнсиса среди окружающих ему удается улучшить свою одежду. Уит, нет, Дэдпул все это время живет со слепой старшей сестрой. Может, ему легче, потому что он не видит. Но однажды, когда Фрэнсис узнал, что он жив, он пришел к своему другу, чтобы найти Уида, но он оставил фотографию своего друга и его жены в баре. Сфотографируйте ее и возьмите Ванису в зал. Он подходит к девушке, которую любит, чтобы предупредить его, но теряет самообладание и прогоняет его. Я не знаю, что, если мужчина будет храбрым, даже если не волк, Фрэнсис проиграет, мой молодой человек. Поэтому он собирает все оружие, которое у него есть, чтобы спасти свою возлюбленную, и идет к людям X, чтобы попросить о помощи. Когда Зия прибыла для личной беседы со своими врагами, она забыла об оружии, которое она собрала в такси. Как будто из него сделали забывчивый мозг. Я всегда что-то забываю. Зия начала драку. Железный человек противостоит женщине, попробовавшей его силы, чтобы помочь Фрэнсису. Сначала я сказал, что не стану трогать женщину, но потом понял, что не смогу с этим с другой стороны, наш молодой человек рассыпал и уничтожил остальных, и с помощью железного человека он прилетел к Фрэнсису с помощью девочки-подростка, увлеченной Твиттер. Ваше собрание замечательных людей полны сюрпризов. Но он положил свою девушку в другой стакан. Затем, сражаясь с молодым человеком врага, он увел оттуда жену. Она также была храброй и решительной девушкой, поэтому она ударила Фрэнсиса железным прутом, и когда она упала примерно 3 или 3 раза, увидела свою дочь и спросила ее, что происходит. Внизу девушка, которая загорелась, когда увидела, что к другой девушке привязан железный человек, подошла к ней и вызвала взрыв. Уит смог спасти свою жену и поместить ее в стеклянный шкаф, когда обрушился соседний дом. Но проклятый Франциск был бессмертным дураком.
они тоже дерутся. Знаете, главной целью было его найти. Если вы говорите, что... Я не знаю, была бы эта драма такой сложной, если бы эксперимент был начат с самого начала и шрам был залечен. Что ж, Фрэнсис, который больше не нужен, будет застрелен одной стрелой. Но подруга Уида, моя дорогая, давай посмотрим на ее лицо, Дэдпул, нет, нет. Она должна показать свое гадкое утенок, но она потрясающе умна. Это не малокопец с красивым лицом, он развивается сейчас. Мы оба поцеловались и сказали, что вылечим килопластическим рубцом.